Привет всем, с вами снова Жека Смешинка, и сегодня у меня в руках снова шоколадные яйца Kinder Surprise из серии «Маша и Медведь» и другие игрушки. Итак, посмотрим, что же у нас попалось в этих 5 яйцах. Начнем с первого. Так, опять яйца мягенькие, на улице у нас жарко. Так, смотрим, что же у нас там внутри. Так, это какая-то попрыгушка. Спиралька. Я думаю, собирается она таким образом. И вот, наверное, вот так вот прыгает. Так, посмотрим, что у нас там еще попадается. А, собственно, ничего. А, нет, есть. Вот такая попрыгушка, которая нам попалась. И еще есть вот такие вот рожицы. Не очень интересная игрушка, конечно. Так, посмотрим, что у нас во втором яйце. Во втором яйце у нас... Так, а вот такая вещь нам уже попадалась. Та же самая собака. Да. Это знак. Опять собака, опять какой-то знак. Все-таки, наверное, придется покупать собаку. Только не такую красивую. Это не красивая собака? Нет. Вообще, она мне, честно говоря, тоже не очень нравится. Какая-то она... Не пойму, то ли на кенгуру больше похоже, то ли на медведя какого-то. Ну, в общем, у нее крутится голова. Больше ничего такого интересного в этой собаке нет. Но тут больше ничего не может быть. Ладно, посмотрим, что у нас в третьем яйце. Так, в третьем яйце. Обнимашки у нас тоже, по-моему, такие уже попадались, да, медвежата. Так, ну вот тут у нас еще есть котята, бельчата, утята. У меня все вот. Есть. Все есть, да? Да. Ну, значит, хорошо, что хотя бы все есть. Сейчас мы их... Так, вот так вот они у нас стоят. Вот такие вот у нас обнимашки получаются. Так, переходим к четвертому яйцу. Кстати, они такие, что-то вроде бархата, приятные на ощупь. Плюшевые бежата. Машина. Машинка такая нам уже попадалась в киндерах серии «Маша и Медведь» и другие игрушки. Сейчас я еще раз покажу, какие там еще машинки попадаются. Это машинки мини. Вот они. У нас, по-моему, красная попалась в тот раз, да? Синяя. Да. Ну, и черная. А, черная. Нам... Синяя не попалась. А, синяя не было. Ага. Ладно. Ну, может быть, здесь попадется, в пятом яйце. Нет, Маша нужна. Маша нужна. Ладно, требуем Машу. Надеемся, что нам она попадется сейчас. Так, посмотрим, что же у нас там. Маша попалась. Да, Смешинка, ты прям предсказательница. Нам попалась вот такая замечательная Маша. Которая тоже любит обнимашки. Как эти милые медвежата. Так, сейчас еще раз посмотрим на серию. Что у нас там в серии? Ну вот тут мишки, машки, зайки и волк. Вот у нас такая Маша попалась. Ну вот, собственно, что попалось нам в 5 яйцах. Игрушки все разные.
но уже нам попадались в предыдущих обзорах. Вот. На этом мы наш обзор заканчиваем. Подписывайтесь на наше видео, ставьте лайки. С вами были Жек и Смешинка. Пока-пока. Пока-пока.